На базе Центральной библиотеки имени Фазу Алиева города Каспийска состоялся семинар «Стиль и образ для государственных служащих». Его целью стало донесение важности соблюдения дресс-кода на работе, так как человеку необходимо соответствовать определенному социальному статусу, а мода помогает правильно ориентироваться в создании своего стиля. На сегодняшний день во многих учреждениях и компаниях, даже в госучреждениях, не соблюдаются регламенты от работодателя, и многие люди нарушают, так сказать, этот регламент и не соблюдают дресс-код, хотя это очень-очень важно. Поэтому сегодня мы будем говорить только о дресс-коде и насколько он важен и почему он важен. Спикерами в данном мероприятии выступили стилисты и имиджмейкеры Саина Кубалыева и Магомед Халимов. Специалист Халимов рассказал о главных направлениях в стиле для мужчин и женщин, которые должны соответствовать госработники. Это бизнес-стиль и casual. Они также отметили ошибки, которые категорически нельзя допускать в данном дресс-коде. Недопустимы какие-то контрасты, там белые носки, либо на этом уровне недопустимы никакие узоры, никакие даже еле заметные там полоски или контрасты даже вот в носках. О главных направлениях в женском стиле рассказала Саина Кубалыева. По ее мнению, проще всего придерживаться дресс-кода с помощью базовых образов – black tie и white tie. В завершении мероприятия спикеры провели небольшой социальный опрос и консультацию с сотрудниками ведомств муниципалитета. Стоит подчеркнуть, что организаторами мероприятия выступили Управление культуры Каспийска и Центральная библиотека имени Фазу Алиевой.